Белокаменное шоссе убежал пес, откликается на кличку Джек. Срочно помогите найти лабрадора. Район Купеленки, потерялась собака. В отчаянии хозяева потерявшихся животных любыми способами пытаются найти своих питомцев. Расклеивают объявления на столбах и подъездах, обращаются в видновские вести, но самым популярным и, пожалуй, эффективным способом является интернет. Где неравнодушные пользователи делают репосты таких записей, что, конечно, увеличивает шансы на успех поисков. Сегодня на улицах поселений можно встретить не только бродячих животных. Домашних питомцев видно сразу. Они чистые и ухоженные. Желая помочь четвероногим найти свой дом, люди берут их к себе и начинают вести поиск хозяев. Однако не всегда специалисты советуют проявлять такое добродушие. Как бы то ни было, это животное, и неизвестно, как оно может себя повести. К животному подходить не надо, так как в зависимости от породы бывает разный темперамент. У животного животное может отреагировать неадекватно, что к нему подходит чужой человек, да. Вот. Единственное, что бы я порекомендовал, если это животное с ошейником, действительно ухоженное, можно, конечно, подозвать его к себе. Почему? Потому что чаще всего на ошейнике владелец оставляет контактные данные. Телефон, либо адрес. И если собака, либо кошка дает себя подпустить, вы можете по этому номеру позвонить. Но, увы, жетоны с контактной информацией пока не сильно распространены. Невзирая на страх и риск, люди все равно берут потеряшек и пытаются отыскать хозяев. Подобных объявлений не меньше, чем постов о потерянных животных. Ведут их к ветеринарам, проверяют на наличие заболеваний. В том случае, если возможности долго держать найденыша у себя дома нет, обращаются к волонтерам. Так получилось и с этим пуделем. Нашли Палыча, так его назвали волонтеры, 15 сентября в районе микрорайона Купеленка. Сейчас он находится на передержке у представителей одного из волонтерских корпусов в Подольске. Очень ухоженная собака. Те люди, которые его нашли, они ему сразу санобработку от паразитов сделали. Передавать будем по особым приметам, которые мы не разглашаем. Если это истинный хозяин собаки, то он их назовет с легкостью. Если вы узнали в Палыче своего потерянного пуделя, то все контакты для связи сможете найти в социальных сетях волонтерского корпуса «Пудель Хелп». В том случае, если хозяева так и не объявятся, собаки начнут искать новый дом и новую семью. Как правило, на улице породистые собаки не остаются. И все же, если вы любите и цените своего четвероногого друга, не пожалейте времени и средств приобрести жетон с контактной информацией и повесить его на ошейник животного. Быть может, если у каждого питомца будет такая полезная вещь, термин «потеряшка» перестанет так часто появляться в социальных сетях. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Евгений Садовский. Видное ТВ.